Коллеги, здравствуйте. На этом видео мы пока продемонстрируем вам, как на нашем оборудовании гнуть небольшие диаметры реборды и небольшую толщину заготовки, потому что такие заготовки имеют эффект пружинности, но наш станок с этим справляется. Вот мы выставили на реборной панели параметры, которые нам подсказала наша программка. И гнем небольшую заготовочку. Ну, небольшой спойлер, вот все заготовки, они идеальны относительно друг друга, абсолютно симметричны. Также скоро будем гнуть уже витки побольше, вот эти витки из двадцатки. Высота реборды там небольшая, но зато толщина большая, двадцатка. Так что будут еще видео, следите за нами. Удачи!